Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Александра Киевская, и я рада вас видеть на своем канале. В этом видео я вновь хочу оставить камеру в заброшенной школе и посмотреть, что из этого будет. Но есть одно но. Это видео будет абсолютно без склеек. Писать камера будет ровно 1 час, а я в это время буду стоять под заброшкой и ждать, пока же этот час истечет. Погнали! А вот и я, друзья. Я надеюсь, что вам, по крайней мере, хотя бы меня видно. И я надеюсь, что сегодня никто не придет и не заберет мою камеру. Мы ушли, через час вернемся. Пока. Все, пока. Смотрите. Если что, то вот что мне сейчас видно с улицы. Вот эта заброшка, а вот то место, где мы оставили свет. Первый какой-то странный звук. Возможно, это мы еще уходим. В этом видео я не буду много говорить. Я хочу, чтобы вы полностью погрузились в атмосферу этой заброшки и проверили себя на прочность. Те, кто не закроет это видео на середине, большие молодцы. В видео будут присутствовать моменты перемотки. Слушайте, всматривайтесь и дайте волю своим ощущениям.
друзья! Привет, ребята! Все, время закончилось, и пришло время выключать камеры. Будем монтировать, смотреть, что получилось. И я думаю, что что-то все-таки, возможно, получилось. А с вами была Александра Киевская. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить палец на это видео. И до скорых встреч!